Названа причина смерти Владимира Шаинского. Сын легендарного композитора рассказал, что у отца было онкологическое заболевание. Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав заявил, что смерть его отца связана с онкологическим заболеванием, сообщают «Известия». Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции. Кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря, отметил Шаинский-младший. По его словам, у композитора было онкологическое заболевание. Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы, состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят, рассказал Вячеслав Шаинский. Ранее стало известно, что Владимир Шаинский скончался в США. Напомним, легендарный советский композитор Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве, учился в Киевской и Ташкентской консерваториях, работал в оркестре Леонида Утесова. Композитор написал множество произведений, а наибольшую известность получил как автор детских песен, в частности, про Чебурашку и крокодила Гену, крошку енота, про остров Чунга-Чанга и мамонтенка, который ищет маму. По материалам сайта newsgro.com.